этот? Или этот? У женщин Советского Союза подобных вопросов не возникало. Брали то, что есть. Первые балоневые плащи. Их привозили из-за границы. Стоили они в Липецке в 1966 году около 150 рублей, что значительно выше средней заработной платы рабочего на ЛМК. Плащ был хорош своей неприхотливостью. Его можно было сложить, свернуть, собрать буквально в кулак. И не особо он мялся. А еще считалось, что они вообще непромокаемые. Вуаля! Ассортимент духов в СССР был невелик. Главным символом советского прошлого считалась Красная Москва. В 30-е годы ими пахли буквально все. Среди молодежи шутили, что ими можно комаров отпугивать.